основе саентологии ставим микробиологию. Она через генетику дала человечеству веру, что есть реинкарнация, все в мире развивается. Онтогенез повторяет филогенез, индивидуально каждый из дерева слез. И каждый генетически, и комбинации новые типы. Прошлое повторяется, и по спирали развивается. Одно нам так печально, святых навсегда теряем. Чем ярче реализовался, тем реже человек рождался. Тогда зачем клонировать, если нельзя святых копировать? Видимо, для того, чтоб каждый достиг совершенства своего, чтоб в новой общей ситуации к высотам духа добрался. В жизни сосуществуют и младенческие и зрелые души. Каждый фенотип должен старость прожить достойно. Если рано погиб фенотип, надо возможность дать жизнь повторять. Не зря братские могилы тех, кто в войну погибли, вечный огонь освещает, хоть каждый для себя сам решает.